have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, и у нас тут опять экзанима. То, что я вам могу сказать наверняка... Блин, а почему мы начали с такой напряженной музыки? То, что я вам могу, ребятушки, сказать прямо сейчас, прямо наверняка. Смотреть гораздо внимательнее, чем играть. Вот это соседняя комната, в которой я нашел записку. Мне такие говорят: пойди и внимательно смотри ту комнату, где ты нашел записку. Я такой пишу: окей, если найду ее. Вот, все это время комната находится за стеной. И там же выход к канализации. То есть, внимательней осмотри. На предмет чего? Кстати, хирургический инструмент, ребят. Я не помню, обратил я на это внимание в прошлый раз или нет. Хирургический инструмент. Тут у нас пила. Пилу можно, кстати, тоже смело отнести к хирургическим инструментам, потому что ей отпиливали конечности, ампутировали. Так. Внимательно. О. Осмотреть эту комнату. Что здесь? Что здесь? Здесь пустые. Ящики, кстати, я двигать не могу. Могу двигать только крышечки от этих самых ящиков. Стол я осмотрел, записку я прочитал. Я не могу там пройти. Круто. О. Там скелет. Кстати, давайте, может, в этом скелете пороемся. Это, кстати, то самое место, к которому я приколупался. Не тайный ли это проход? Так что надо внимательней. Может, какие-то кнопки на стене есть? Нет, скелеты пустые. А что у него за меч был? Обычный меч, то есть ничего такого. Давайте мы его даже вот так вот положим на стол. Гляньте, как на столе все видно хорошо. Что, блин? Я, черт побери, был прав. Я просто решил покликать на всякие выступающие поверхности. Я даже не ожидал, что это сейчас случится. Я просто брал вот так вот, кликал. Ёпрсте. Спасибо за совет. У меня какое-то чутье просто было. Я в прошлой серии приколупался к этому проходу. Думаю, где же кнопка, где же что-то. Очень уж было похоже на... Помните, я вам говорил, очень, блин, похоже на секретный проход. Вот. Потом я еще такой тут крутился. Потом говорю... Ну, хотя эта стенка тоже выглядит похоже. Теперь я уже не так уверен, что там секретный проход. Ну, серьезно, рычагов никаких не было. Единственное, что более-менее выступало из интерьера, это вот эти пипки. Я думаю, я в них сейчас потыкаю. И случайно получилось, что именно вот это оказалось открывающей. Ох ты ж. Бывают в мире неожиданности. Так, хорошо. А, ты кто? Ты просто карандаш? Красный. Тут у нас трубка. Трубка мира, да? Бутылка. Минуточка, а вторая часть стола? А, это все стол. Понятно, понятно. Стул. Блин, эти стулья... Стулы, хотел сказать. Эти стулья я могу двигать. Эти табуретки я могу двигать. Те полукресла с прошлого уровня я двигать не мог. Где-то тонкая граница... О, у нас тут камушки. Кстати, знаете, что я подумал? Тут есть коробочка. Если мы в эту коробочку вот так вот сложим камушки... Получится неплохо. Тут есть еще одна коробочка, кстати. А, это, в смысле, еще одна. Это она и есть. А вот эту коробочку мы заберем с собой. Она будет у нас тут вверху лежать. Мы будем знать, что там камушки. И к тому же, ребят. У меня что-то есть такая дурная идея. Сейчас. Давайте стол. Давайте инвентарь. И давайте поскладываем сюда все те фолианты, которые мы нашли. Я не вижу толка их таскать. Но я уже стал сталкиваться с той проблемой, что мне не хватает места.
Мы все это с вами прочитали, все это у нас есть уже на записи. И я не знаю, стоит ли мне продолжать с собой таскать все эти книги, все эти свитки. Вот шкатулку со свитками тоже положу сюда. Сумка со свитками тоже идет сюда. Я не думаю, что мы это все будем перечитывать. Их такое огромное количество, что вряд ли... А, они в стол даже больше не влазят. Давайте тогда еще в этот шкаф сложу. Не хочу такие вещи кидать просто на пол. Вот, карты я, естественно, оставлю. Карты — это святое. Также, так, вот карты мы тогда сделаем вот так. Вот у нас первый, второй, третий этаж. Мне сказали, что где-то я, возможно, найду карту этого этажа. Найду — будет здорово. На прошлом этаже я, к сожалению, ее не нашел. У меня было ощущение, что я обследовал там все, но как бы по понятным причинам я там обследовал не все. Так, что у нас здесь? У нас здесь камни. Хорошо, у нас будут маленькие камушки здесь, большие камни здесь. Оружие. Кольчуга. Я не знаю, что мне делать с ключами. Тут у меня 2 ключа, тут у меня 5 ключей. У меня такое ощущение, что эти все ключи мне нафиг никогда не понадобятся. Но в отличие от фолиантов, которые можно просто прочитать, ключи... О, кстати, фолиант. Ключи можно еще и использовать где-то, поэтому на всякий случай оставлю. Итак, старый свиток. У меня больше нет времени, но я не могу уйти, не узнав. Я прощаюсь с жизнью, теперь она не имеет значения. Более мощного источника энергии достать не удалось. Придется действовать быстро. Я навсегда исчезну из-за этой стеной, но... По крайней мере, я... так меня могут запомнить хорошим врачом, а не сумасшедшим. Я уберу отсюда этот свиток, чтобы знать, что он прочитан. Положу его сюда к остальным. Что нам говорит этот чел? Он нам говорит... Не могу уйти, не узнав. Узнав чего? Не узнав чего. Хорошо. Я прощаюсь с жизнью, теперь она не имеет значения. Уйти он имеет в виду покончить с собой или что? Более мощного источника энергии достать не удалось, придется действовать быстро. Я навсегда исчезну за этой стеной. По крайней мере, меня... Это как-то связано с тем устройством, которое в том конце комнаты. Мне показалось, что оно то ли телепорт, то ли еще что-то. Тут просто кисеты. И посмотрите, в этой комнате все в синих тонах таких каких-то. Кисеты синие, бутылки синие. Камушек. Нож хирургический. Стеганые штаны. Так, в этой у нас были камушки, да? Да, сюда ложим. Хорошо. Зеленый, желтый, красный. Если они различаются по цвету, то, скорее всего, они различаются по своим качествам каким-то образом. Ну, сундучок хороший. Должен быть. Должен быть, в нем ничего нету. Ну, бутылки, гребень, бутылка. Я прокликиваю на всякий случай, потому что сундучок выглядит хорошо. И мне кажется, что там должно было что-то быть, но там ничего нет. Кстати, корзинки. Ага. Такой вопрос. Хочу ли я наступить на эту штуку или нет? После того, что я прочитал, возможно, нет. Вполне возможно, нет. Если я сейчас улечу на загрузку, это будет фиалка. Нет, оно пока не рабочее. Давайте мы оставим... Ау. Оставим этот аппарат здесь. А, вот, кстати, рычажок. О, еще один сундук, точно. Я тут впритык, блин, шарился и не заметил его. Ну, молодец вообще. Тут у нас кинжал, да. Остро заточенный. Это такой же, как у меня на втором оружии. Да, с очень хорошим балансом. Это второй такой кинжал, который мы находим. Коробочка. В коробочке пусто. И в этой коробочке пусто. А эта коробочка, кстати, больше. Давайте мы с вами большую коробочку возьмем с собой.
На всякий случай, а вдруг нам придется что-то складировать. Также, скажите мне, зря я выложил свитки, но просто пока что я не нашел им никакого применения, а место в инвентаре, вес в инвентаре у меня стал заканчиваться. Я бы предпочел его как-то освободить. Блин, это круто, это круто, это была классная секретка. Хорошо, теперь... Мне также посоветовали, вот я сейчас возвращаюсь на улицу, вот вход в канализацию, но в канализацию мы сейчас не пойдем. Сказали, сейчас, я определюсь. Пойти в другую сторону от канализации, и там, по идее, должна быть какая-то дверь, пойдемте глянем. Я на что-то наступил. В другую сторону от канализации. Какая-то дверь. Но я здесь был, мне кажется, нет? Тут корзины. Ой, это корыто могу поднять. Я думал, оно из железа сделано. Оно не из железа сделано. Тут... вроде как ничего нету, ничего не прокликивается. Ну, смотрите. Та секретка с камнем... честно говоря, ну, наверное, при должной внимательности там можно было догадаться, потому что там камень выступал. Вот эта вот секретка с дверью, это уже чисто моя придирчивость, то, что я начал докапываться, смотрите, я думаю, там секретка, еще и все равно не нашел, с моей придирчивостью, вот. Я пошел дальше, если бы мне в комментах не сказали, поищи еще раз в той комнате, где был свиток, я бы, наверное, туда уже и не вернулся. То есть, понимаете, в чем прикол? Секретки здесь коварные. Вот, и найти их крайне тяжело. Так, хочу ли я сюда возвращаться? Мне кажется, я здесь уже все пошел, да, вот все кровати, вот все. Я думаю, нам стоило бы сейчас пойти в обратную сторону от канализации. Просто более-менее запомнить, что она где-то на улице. Мне кажется, тут... Да, там в той стороне у нас туалет, в этой стороне у нас ванны. Я же прав? Я прав, да. Мы здесь уже были в прошлый раз. На самом деле, когда я здесь бегал в прошлый раз, я был ужасно запутан. Я не понимал, что происходит. А потом на записи я это все пересмотрел пару минуток. Я такой, черт побери, да это же легко. Оно же здесь, вот сюда, вот здесь, вот так. И все. Я как-то моментально начал ориентироваться. Я не знаю, что за черная магия. К тому же, помните момент, когда я искал сабли у синего чувака? Вот, и... Я на всякий случай просто проверяю, если нет никаких проходов. Вроде тут везде тупики. Так вот, искал сабли у того синего чувака и говорил, да где же они, где же они? Должны были с него дропнуться. Они с него и дропнулись. Я прямо по этой сабле там чуть ли не два раза наступил на нее, но я ее в упор не видел. Я не знаю, как, короче, что это за черная магия. Но когда играешь, стараешься быть сконцентрированным, сосредоточенным. И все равно не получается увидеть... Все, а получается увидеть уже потом на редактировании, на просмотре. Да, в общем, я смотрю, это закрытая лока. Ну, относительно закрытая. Я не вижу там нигде никаких проходов. Хотя вот этот вот перекресток... Стойте, это про него мне говорили, что он... Тут какой-то шарф... Что он вроде как центр локации. Вот. То... Вот где я! Все, это начало уровня. Я так близко был, серьезно. Это начало уровня, это как раз та статуя, про которую я вам рассказывал. Вот за этой статуей там вход в уровень. Тут с двух сторон ведут сюда проходы. И основной проход у нас получается к вот этому шару. Вот здесь я убил первого зомбака. Ау, повернись, пожалуйста. Вот он здесь валяется. Это был первый противник, с которым я столкнулся на этом уровне. Вот, я еще вон с него штаны снимал, потому что примерял на себя, но оказалось, что они не очень. Да, кстати, читал ваши комменты о том, что нужно бы проверять все шмотки на всех противниках, по каждую прокликивать. Наверное, я так буду делать в дальнейшем, посмотрим. Так, кофеечек, ребят. Хорошо, значит, это то, что направо
У меня хоть карта сейчас в голове чуть-чуть сложилась. Направо у нас санаторий, выход в садик и выход к канализации. А что тут за улица тогда? А, тут, кстати, сразу выход на улицу идет. Ха. Тут, наверное, какие-то места, в которых я уже был. Хотя вон дверь, которую я не открывал. Я мимо нее пробежал в ту сторону, это я помню. Давайте сейчас сюда зайдем. Значит, налево там была маленькая лока, в которой я был, в которой там ползал один скелет, ползало еще что-то, но, собственно, не особо что. Потом я встретил второго красного, второй красный получил от меня люлей, пошел позвал синего, и вот с синим я потом разбирался. И на том моменте, после того, как я его убил, у меня все вылетело. Так, хорошо, ребят. Шкаф с кружкой. Блин, я бы вот такую кружку забрал бы с собой. Зигфрид из Катарины одобрил бы. Вы знаете такого парня. Если не знаете, то вам стоит о нем узнать. Хорошо. Баночка. Чернильница. Опа. Кисеты. Кисеты. Также довольно резонно заметили, что, ну, как бы, градации, на которые я делю людей. А, шляпа! Просто шляпа! Блин, погодите, я должен это увидеть. Причем он снял и капюшон, и все. Давай, одевай обратно, дружище. Кольчужную он не снял, а обычный капюшон он снял. Красиво. Хорошо, хорошо, я вас понял. Так, тут кроме шляпы ничего не было. Этот стол, ну, он выглядит так, как будто его можно обыскать, но он не кликабельный. Я вот его всего прошерстил. Потом бутылка просто на столе. Только... Так вот, градации персонала, что не дверь, градации персонала, которые я провожу, они более подробные. Тут не только те, кто восстанавливались, и какие-то там, например, маги или лекари. Тут, естественно, вот как правильно заметили, должна быть челядь. Те, кто просто тупо все обслуживал, по-хорошему, ну, рабы или полурабы, и их тоже должны были где-то содержать. То есть, поэтому тут дубинка. Кстати, вторая дубинка, та была короткая. Это длинное. Украшенные фланцевые. Это такая же, как у меня. Булаву я что-то не хочу выбрасывать, потому что в прошлый раз она довольно неплохо сыграла. Там парочки ребят прилетело по куполу этой булавой. И что-то у меня нехорошие воспоминания остались. Так, еще один камушек, между прочим. Ложим. Я не знаю... А, блин, место закончилось. Давайте я их в коробочку побольше переложу. Ну, видите, понадобилось. Я не знаю, зачем они нужны. Никак я их применить, эти камушки, не могу. Но мне написали, собирай камушки. Ну, вроде как, я сначала подумал про большие камни, которые мне говорят, нет, нет, ты вот маленькие, главное, собирай. Посмотрим, как и чё. Тут пока что какой-то такой джедайский набор вырисовывается прям. В коробочках ничего. Ничего, в кисетике тоже ничего. Я пока вроде как не находил ничего, ну, заполненного. Так, тут у нас... А, вон еще тумбочка есть, надо к ней сходить обязательно. На тумбочке что-то лежит. А уж не ключик ли это? Не, это дубинка. А ты кто такой? Латные наручи? Ну, оно как бы да, но... А, ну в смысле, да, они лучше, чем мои. У меня ржавые латные, наверное, да? Ну, то есть они в разы получше. Блин, это очень хорошая находка. А ты кто? А ты шляпа. Блин, тут второй раз уже попадается головной убор. О, головной убор. Вторая шляпа. То есть это опять же подтверждает все мои догадки, что здесь
папам были какие-то и обычные люди, которые просто выздоравливали. И вот эта фишка очень сильно напоминает именно санаторий, место, где люди восстанавливаются после чего-то. Ты кто такой? Вот мне интересно. Это шкаф или где? Это шкаф. Окей. Тут у нас кандалы. Кусок разорванных кандалов. О-о-о. А разорванных в смысле то, что там усталость металла, или в то, что там где-то есть что-то, что может их разорвать? Вот это не... Morningstar! Утренняя звездочка! Ух ты, какая штука-то классная! Палится, палится. Главное не палиться, палится. Так, у тебя разница с булавой в чем? В том, что у тебя дробящий гораздо меньше, но у тебя также к дробящему приходит еще и колющий. И баланс у тебя хорош, и импульс у тебя классный. И по сути, даешь ты полтора дробящего, полтора колющего. А вот как вот комплект с булавой, если их вдвоем одевать, мне кажется, это была бы тема. Это кандалы. Давайте я утреннюю звезду заберу. По идее, должна влезть. Очень интересное оружие, я бы, наверное, может, попробовал бы им помахаться. То есть, если чисто теоретически наезжать на чувака, у которого... А это как-то должно открываться. А, ну и открывается. Чисто теоретически наезжать на какого-то чувака, против которого бесполезны мечи, то, пожалуй, комплект утренней звезды и булавы был бы наиболее предпочтительным. Чё за нафиг? Почему это тюрьма? Минуточку, а почему здесь... Мы же с вами были на уровне, где был суд, тюрьма. И тюрьма сюда на самом деле вообще не вписывается в атмосферу больницы и всего, что здесь. Значит, это был многофункциональный комплекс. Не только больница, но и здесь, видимо... Просто дурак такой зашел кулем, бдыщ, упал. Молодец, да. Блин, я вот... Отойди, пожалуйста. Отпусти мою руку. Я крайне благодарен игре, что я за падение не получил урон. Потому что если бы я за падение получал бы урон, я бы уже давно бы сдох, к черту. У меня бы не монстры убили бы, меня бы убили бы столы, пороги, табуретки там, не знаю. Ножка стула в мизинец. Вот так вот это происходило бы. Мне кажется, я бы просто не выжил. Я немножечко к тому же осознал, в прошлой серии я ныл и жаловался на то, что мой персонаж медленный, а эти ребята быстрые, и вообще, почему я делаю все так медленно. Да, мне немножечко объяснили, пришло простое такое осознание, что я медленный, потому что у меня, черт побери, тяжелые доспехи. Вот, и по идее тут как в Dark Souls можно собрать сет там на ловкача, сет на танка и всякое такое. Поэтому нефиг одевать на себя полный доспех, там латные сапоги, латные перчатки, потом говорит, что твой персонаж такой медленный. Ну, как бы да, я дурак, я согласен. Наверное, надо было об этом подумать. Зачем я обхожу сейчас все эти камеры, я не знаю. Я не знаю, но после той комнаты с секреткой я могу ожидать любой подставы, поэтому я обхожу все камеры. Вообще, если брать меня в реальной жизни, я бы, наверное, в принципе не зашел бы ни в одно из этих помещений. Блин, сколько вас там еще? Вы же не хотите сказать, что это переход на другую? Нет, тут просто темно. Я бы ни в одно из этих помещений никогда бы не зашел, потому что... Ну, кто знает, кто за тобой потом закроет эту дверь. Выглядит это все крайне темно, крайне зловеще, но отсюда есть выход. Что немаловажно. А выход не такой, как там. Решеточка открывается, но там у нас осталась еще закрытая решетка, если что. О. Очень странное место. С другой стороны, вот то, что мне писали... В комментах найди полицейский участок. Если вы меня спрашиваете, если есть заключенные, то это вполне... Ты кто? Ха!
Ты синий или красный? Ответь, пожалуйста. У него Моргенштерн, что ли? Блин, он не дает мне замахнуться, сближая дистанцию. А, все. Вот этот удар по шее пришелся неплохо, кстати. Да. Так, кераса. Штаны. Штаны, кстати, неплохие. Может, примерим. Штаны неплохие именно... Да, блин, извините, ребята. Не знаю, что мне сегодня с голосом. Штаны неплохие именно потому, что они такие же, как у нас. Так, ладно. Я постоянно пытаюсь на них обратно надеть. Надеть на них обратно уже не получится, поэтому... Гамбизон... Налокотники. Кстати, что у нас с налокотниками творится? Я их давно не чекал. Подбитое пальто. Не, налокотники у нас хорошие. Ну, они примерно одинаковые. Тут режущего чуть получше, там этого колющего чуть получше. Но они одинаковые. Я что-то расслабился, честно говоря. Я хожу, хожу, никого нет, и тут вылетел. Надо будет его пушку, кстати, проверить. А это очень похоже на комнаты допросов. Блин, меня стульчик остановил. Это очень похоже на комнаты допросов. Хорошо, есть тюрьма, есть комнаты допросов. Я могу предположить, что вот это вот и есть тот называемый полицейский участок. Эту решетку я пока оставлю закрытой. Ты с чем ходил? С звездой? Да, это утренняя звезда, но какая-то... Там кто-то ходит с большой полой головкой. Там кто-то ходит, но я не пойму кто. А, погодите, чем эта звезда лучше, чем обычная? То, что у нее импульса дофига. У этой тоже импульса дофига. Они одинаковые. А раз они одинаковые, давайте возьмем... Ну-ка, минуточку, а вес... И вес одинаковый. Раз они одинаковые, давайте возьмем ту, которая покрасивее. А, стоп, она короткая, вы посмотрите. Она короткая. Ну, давайте возьмем пока две. Ну, в крайнем случае, потом выкину. Это такое дело. Там еще кто-то ходит, этот дружище тут был не один. Давайте только, пожалуйста, не синего чувака. Открою себе пути отступлений. Хотя, с другой стороны, с тем же успехом это может быть... Стоп, а это не та решетка, которая... Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да, блин, схватиться за решетку очень трудно, на самом деле. Тут у нас какой-то сральник-умывальник. Тут... А тут душевая. Ну, как... Нет, это не душевая, это проход. Хотя тут какие-то ведра, еще что-то. Все, я понял, где я. Я понял, где я. Мы с вами кругаля накинули, да? Я пошел туда. Вышел отсюда. Вот это вот, наверное, были и комната для свиданий или комната переговоров. Что-то такое. Да, тут у нас была булава. Тут я вроде как все обшаривал. Так, еще раз навернем кругаля, только теперь пойдем решетка вперед. Это коридор, который... Так, там закрытая дверь. Тут... Тут просто... Вот... Тут что? Тут какой-то умывальник, какие-то вещи. Зачем я их открываю? Я не знаю. Внутрь я все равно заглянуть не могу.
Тут тоже какая-то комната для чего-то. Возможно, тут, кстати, принимался прием вещдоков, ну, грубо говоря. Или здесь как раз, смотрите, тут везде эти кандалы в ящиках. Возможно, здесь людей как раз, ну, не то чтобы оббирали, а реально забирали их личные вещи, заковывали в кандалы или какая-то... Так о ком-то, смотрите, тут везде эти кандалы, они в ящиках, они на полочках, они везде и во всем. Бочонок с чем-то. Эти столы у нас, они просто столы, ничего с ними сделать не могу. Да. Знаете, что мы сейчас сделаем? Погодите, ребят. Я решил не рисковать и... просто начать запись, ну, как бы отрезать тот кусок и начать запись отсюда. Так, ладно. Там кто-то ходит, меня это продолжает напрягать, я не знаю, кто это. Сейчас посмотрим, пусть это будет не какой-то местный шериф. Так, а здесь? А, да, тьфу ты, блин, я просто сейчас на ровном месте заблудился. Это же решетка, с которой мы пришли. Да, тут у нас тупик, тут у нас комната, ну, так, допустим... окандаливание, блин, я не знаю. Такого слова, конечно же, нету. Там двери нету, это тупик. Все, супер. Теперь, у нас есть проход сюда, проход сюда. Давайте сначала в открытую дверь. Он явно там внутри ходит. Поэтому. А, открытая дверь, это у нас просто... Давайте рукой покопаемся, там нет ничего. Я вот не помню, есть ли тут какие-то типы туалета, которые можно прям обшарить рукой. По-моему, вроде как было такое, то ли на прошлом этаже. Но я вот сейчас со всеми этими перипетиями и событиями не вспомню. Да, вот дружище, которого мы грохнули. Ну окей, у нас получается один проход здесь. Вот он сюда. Если там сейчас что-то страшное, блин, то мне, по-моему, криндец может настать случайно. Чувак с двуручкой. Надо его прессовать. Отвратительно драться в тесных помещениях. Фух, упал. Он такой еще долго стоял на ногах, держался, держался, потом опа, и слился. О, кстати, перчаточки. Этот вроде как одет немножечко тяжелее, чем его собратья. Шлем такой. Что у меня с перчатками? У меня перчатки... Не, ну у меня перчатки очень хорошие, я их не поменяю. Ну, я поменяю, конечно, если я найду что-то лучше. Наручи... А наручи это вот это, да? Наручи, да. Ну, то есть, опять же, у него... Он хотя и с двуручным большим оружием... Наплечники. А наплечники мне... А, ну, мне латные. Мне латные наплечники. То есть, конечно, все хорошо. Но я одет тяжелее, чем он. Ну, вот как бы вроде как он с двуручным оружием, вроде как танк, но он тоже... Ух, какая штука! Ух, какая штука! Двуручный боевой топор, просто такой... режущий 3,5, там, тяжеленный, зараза. Он, кстати, с этим же мечом, он ему уступает. Потому что, ну, импульс у них примерно одинаковый, только этот меч гораздо более балансный, он, как, ну, про него написано, он легче, чем ощущается. А режущий у этого меча даже лучше. То есть, по идее, махать этим и махать этим, по идее, оно будет наносить одинаковый урон. Хотя, если вы спросите меня, я думаю, что с размаху вот этим топором можно было бы въехать гораздо лучше. Пока лезет, я его возьму... Потом выкину. Мне проще сейчас подобрать. Вы мне потом в комментах скажете, это что-то стоящее или не стоящее. И я потом его выкину, чем я сейчас его не подберу. И мне потом будут говорить, ты чё? Ты лошпед? Ты нафига это не подобрал? Так, компас. Спасибо. Третий компас.
Ох ты ж, блин! А это что вообще такое? Так, смерть. Блин, я отсюда сейчас, погодите, ребят. Так, это... Я просто чуть ближе глянул. Тут написано смерть, погибель и трибунал. Фишка-то в том, что почему смерть и погибель? Кстати, погибель, мне почему сразу вспомнился этот фильм с Томом Хэнксом, Road to Perdition, дорога на погибель. А мне что-то выбрать предлагают? А я с этим больше ничего не могу сделать. А, могу. А выпадут другие? Выпадут другие! Значит, наблюдатель. Это какие-то карты Таро? И в чем их смысл? Каждый раз выпадает новое. Давайте я их, конечно, заберу с собой. Этим реально как-то можно гадать. В смысле, не вмещается. Давайте я топор оставлю. И компас, кстати, да. Третий уже компас нам дают, на всякий случай, если я не нашел предыдущих два. Спасибо. Чёртовы карты Таро, вы серьезно? Блин, эта серия просто полна неожиданностей. Ха-ха-ха-ха-ха! Вы это видите, видите, видите? А это карта, а вы это видите? Давайте тогда берем эту коробочку, складываем сюда все предыдущие карты, чтобы они нам не мешались. Коробочку ложим сюда, а карту ложим сюда. Я еще не буду на нее смотреть, я еще оттяну этот момент, минуточку. Это в эту коробочку, тут нож. Нож, хорошо, хорошо. Так, хорошо. Карта. Твою за ногу. Сейчас я определюсь, где вход. Вход вот этот сверху. Два параллельных коридора и выход к статуе. Статуя здесь. Вот этот зал, это, скорее всего, перекресток. Вот внутренний дворик, внутренний садик. Вот это вот, вот эта часть, это санаторий. Вот эта часть, это санаторий, по которому мы бегали, где мы закончили. Вот комната, а вот тайная комната. Они на карте, кстати, отображены. Вот отсюда мы... Или из этого коридора, или отсюда мы начали серию. Потом пошли в эту комнату, здесь открыли тайник. Вот он. Хорошо, где мы сейчас? Если мы отсюда пошли в эту сторону... Вот камеры, вот офис шерифа, так скажем. Ну, не офис шерифа, но тюрьма. Значит, это санаторий, это тюрьма. Тут мы обходили, тут мы обходили. Вот эту вот часть я где-то чуть-чуть облазил, но далеко не уверен. Где-то вот здесь мы бились с синим чуваком. Хорошо, супер. Значит, вот это вот, мне кажется, тогда выход механических дверей, которые я открыл. Вот эта вот часть у нас, наверное, тогда получается не исследована. Ну, когда бегаешь по этой карте, она кажется прям в разы больше, но когда уже начинаешь натыкаться на определенные места и понимаешь, как это все работает, то в принципе все нормально. У нас где-то получается еще четверть карты не исследована. Нам бы понять, где мы точно сейчас. Нам бы понять, потому что я... Наверное, вот эта вот комната. Если там будет сейчас выход в маленькую такую эту... Вон там есть выход, ну и комната подходит по описанию. Также, как там нам говорили-то, повернуть на юг. Вот, нет, минуточку, север! То есть, получается, я должен повернуться на север. Тогда я буду смотреть на карту ровно. Да, я в этой комнате, и, скорее всего, это вот маленький выход туда. Все, я более-менее понял. Давайте пока тут побегаем, потом будем уже разбираться по карте. Также, признаюсь, мне вот написали, что
с 90% вероятностью карта будет именно здесь. Правда, я думал, что эту тюрьму, так называемую, или полицейский участок, как вот мне говорили, мне нужно будет искать чуть в другом месте. Блин, какой кинжальчик, посмотри, какой баланс. Импульса никакого, но это, в принципе, логично. А, он точно такой же, как и мой кинжал. Но он красивый. Он красивый, поэтому сделаем вот таким сейчас образом. Я этот кинжальчик выложу. А, положи. Спасибо. Вот, а этот кинжальчик одену. Вот, мне кажется, вот такая витиеватая структура должна наносить неплохой урон. Ну, я понимаю, что... Ну, хотя, с другой стороны, опять же, говорят, смотри на визуальную составляющую, а не на это... Так, коробочка. Коробочка пустая у нас. Просто зашибенно. Я вижу свиток, мы его сейчас прочитаем. Я там сладенькое оставляю напоследок. Ступка и это... Так, хорошо. Тут какой-то бокал. Кстати, уж не золотой ли по цвету? Очень такое... И это, кстати, тоже очень сильно похоже на вроде как какое-то заседание суда, но только здесь оно, там прям официальный какой-то суд, а здесь какое-то судилище, так уж скажем. Ситуация ухудшается. Все, похоже, готовят оружие и другие боевые снаряжения. Они боятся, что произойдет нападение, хотят быть готовыми. Эти предметы торгуются из-под полы, в том числе кое-что из нашего собственного оборудования. Очень важно. Очень важного. Ага. Если кто-нибудь решится приступить закон, то может нанести серьезный ущерб, а я, несомненно, буду нести всю ответственность. А вот это, кстати, очень важная информация, ребятушки, потому что ситуация ухудшается. Все, похоже, готовят оружие и другое боевое снаряжение. То есть они знали, что что-то идет. То есть то, что здесь произошло, оно произошло не вдруг. Они знали, что что-то происходит, наверное, на нижних этажах или на верхних. Я же не буду не знаю, в какую сторону считать. На предыдущих, допустим, этажах. Они знали, что там что-то происходит. До них доходили какие-то слухи. Но поскольку вот это вот относительно тихое и спокойное место, здесь, ну, не было... Ты кто такой? Топаз. Прикольно. Макияж! Тут прям, смотрите, предметы роскоши, не побоюсь этого слова. А, блин, не влазит. Не влазит. Сделаем тогда по-другому сейчас. Так. 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 А карты в эту коробку в принципе не влазят, да? Да, она слишком маленькая. А у нас есть большая коробка? Она только под ключи. А, вот есть большая коробка. Хорошо, значит, сюда вот эти два ключика. Эту коробочку закрываем и перекладываем сюда. А эту коробочку мы перекладываем сюда и в нее ложим камушки. Она побольше, и сюда должно влезть все, по идее. Да. Супер. А коробку с картами не трогаем. Значит, на нижних этажах началась какая-то волна чего-то. Это все потихонечку шло, но достаточно долго, чтобы люди здесь не то чтобы поняли, что происходит, а даже начали потихоньку к этому готовиться, там, торговать оружием, грубо говоря, всякими кинжалами, всякими... Я только что все смотрел, да? Зачем я смотрю? Не знаю. Вот. Угу. Это очень много чего объясняет. Так, вот эта комната выглядит крайне многообещающей. Здесь прям я обязан найти что-то крутое. Так, хорошо, камень в первую очередь. А, у меня тут есть одна пустая коробка. Эта коробка, вот, коробочка с маленькими камушками. Сюда, хорошо. Мне так больше нравится, когда все упорядочено. Витой меч, а вот это вот... Пара, рукавиц из объединенного металла и прочного и легкого материала. Ну, слушайте, они
Они такие же, у них только покрытие меньше. Режущего чуточку меньше, колющего чуточку больше. Неудобство точно такое же. Покрытие наполовинку поменьше. У меня же... Ну, кстати, не знаю. Они такие, как клешни, смотрятся. У меня же больше ничего не снялось вместе с этим. Давайте я, наверное, так же... Блин, сколько времени я уже факелом не пользовался? Латные наручи, кстати. А тут... Наручи. Ну, у них чуть-чуть похуже режущий, но у них лучше дробящий, лучше колющий, лучше покрытие. Давайте я, наверное, их одену. Они прям хорошие. А, минутку, вы мне хотите сказать, что они идут комплектом с этими варежками? Да, тогда я их одеваю, конечно. Тогда я их, конечно, одеваю. Потому что, ну, смотрите, как руки становятся хорошо прикрыты. То есть, они, в принципе, чуть-чуть получше, чуть меньше неудобства, у них больше покрытия. И они очень хорошо сочетаются. Вот эти перчатки я не могу одеть, а вот эти, за счет того, что у них покрытие, типа, меньше наполовиночку, они налазят. Хорошо, меняем. Этот комплект мне вполне подходит. Ветеватый меч третий. Кстати, вот у нас ветеватый кинжал и ветеватый меч. Окей, окей. Так мы руки гораздо лучше защитим, согласен. И у нас неудобства стало меньше. Круто. Меч я, наверное... Так, это я обыскивал, да, тут ничего нет. Меч я, наверное, таки этот брать не буду, потому что вроде те, которые у меня, они лучше. Шлем. А он прям тоже хорош, да? Ну, покрытие хорошее, да и все остальное. Ну, знаете, режущий у них одинаковый. Дробящий одинаковый, колющий, да примерно одинаковый. Но только мой позволяет видеть в темноте. Этот же, он же у нас не зрячий, он у нас обычный, да? Да, он у нас обычный. А он еще и намордник к тому же снимает, но потому что он сам с забралом. Мы оденем сейчас обратно намордник, оденем... Намордник добавляет... Ай, блин, половину неудобства, половину. То есть, смотрите... Вот так, в таком вот варианте у меня неудобство вообще половинка только. Одеваем намордник, опа, целое неудобство. Одеваем шлем, опа, два неудобства. Офигеть! У нас головной убор. Ну, это я понимаю, что это не тот шлем. Но головной убор у нас занимает столько... А этот еще полтора... Ой, блин, у него неудобство просто дофигелиард. Ну, потому что он закрывает глаза, как бы, я это понимаю. Так, налокотники. Кстати, налокотники. А у них хорошие колющие, у них хорошие... Они классные. Они классные. Они во всем такие же, как у меня, только еще на единичку больше колющего. Давайте я их одену, если у меня ничего не снимется. Я бы их и носил. А, они мне переднюю часть... Ну, с другой стороны, те-то у меня тоже переднюю часть оставляли открытой. У меня теперь рука сзади полностью защищена. Практически. Это остаются маленькие фишки, вот где можно попасть. Но, в принципе, рука сейчас защищена хорошо. Так, скворечник я, пожалуй, оставлю здесь. Шлемчик неплохой, я не спорю, но... Надо как-то видеть в темноте. Что это за беременный доспех такой? Кстати, хорошая кираска. Ну-ка, в сравнении с моей... Ну, знаете, у нее, кстати, больше покрытия. Она мне юбку даст, мне кажется, да? У нее побольше покрытия, поменьше неудобства. Все показатели точно такие же, как у меня. Ну, то есть режущего 5, дробящего 2,5, колющего 4. Импульса меньше, покрытия больше, что круто. Вот, и неудобства меньше. Знаете, я это одену. Фу, как ты выглядишь-то классно! Блин, она со спины тоже прикрывает, я надеюсь. А со спины, кстати, бронепластин-то и нету. Я надеюсь, она там твердая под тканью, потому что это было бы крайне печально. Так, хорошо, а ты кто у нас? Ты у нас наплечник. А наплечник, блин, наплечник, кстати, офигительный. Прям лучше, чем мое.
И опять же, неудобство меньше, покрытие такое же, импульса чуть поменьше, от режущего больше, от дробящего столько же, от колющего вообще до фигелиард. Так что на плечничек мы это сейчас тоже прикинем. Отлично. Это мы здесь оставим. Ну что ж. Я неплохо так прибарахлился здесь. А, ну и здесь еще сет на ноги, да? То есть по ножи. Ну, блин, кстати, не знаю. Поножи. Да, они практически такие же. Минуточку. А, мои дают дофига неудобства, кстати. И сапожки, сапожки. Если эти поножи будут сочетаться с этими сапожками. Они, кстати, одинаковые, только от колющего гораздо лучше. То есть вы мне предлагаете сейчас вот этот вот сет. Поменять на вот этот вот сет. Да. Да. Что мы получаем в итоге? Мы получаем, кстати, высокие сапоги в итоге. Тапочки, может быть, кстати, стоит с собой взять, я не знаю. Тапочки, может, стоит с собой взять, потому что это низкая бронированная обувь, а такой здесь очень мало. По-моему, это единственный сет низкой бронированной обуви, который мы нашли. Гляньте, у меня неудобство вообще исчезло. Потому что у меня поножи давали просто дофига неудобства. Они точно так же прикрывают всю ногу, и ляжки, и голени, причем еще и сапоги прикрывают и ступню, и голень. Это хорошая сделка. Мне это нравится. Мне это нравится, потому что по характеристикам они такие же непробивные. Давайте я, наверное, только сапоги с собой прихвачу, вот эти тапочки. У меня что-то такое ощущение, что это может мне пригодиться в будущем, не знаю. А вот эти поножи я, конечно, оставлю, потому что они очень, ну, такие, ну, не деревянные, а в смысле они тяжелые, неповоротливые. Блин, я же сказал, что я в этой комнате хорошенько приоденусь. Это прям неплохо было. А, оружейная пустая, жалко. Оружейная пустая, жалко. Но мы выбрали. Взяли очень классный сет брони. Ну, можно это называть сетом, потому что... Ну, там и шлем, кстати, был. Просто шлем я не взял. А так у нас броня, наплечники, рукавички, наручи, налокотники, сапоги. Мы полностью все поменяли, кроме намордника и шлема. Причем шлем нам тоже предлагался к этому сету, мы его просто не взяли. Потому что, блин, со светящейся башкой ходить все-таки прикольно. Это, кстати, не двигается. Суперски. Вот эта комнатка мне очень понравилась. Просто офигительно, что я ее нашел. Хорошо. Теперь, отсюда куда мы можем пойти? Мы можем вернуться, наверное... Наверное, минуточку, а тут, вот тут выхода нету, выход у нас будет только отсюда. Получается, нам сейчас, как нам в эту комнату попасть? Только через вот так. Выйти, короче, вот эта часть у нас исследована, вот эта часть у нас исследована. Давайте я, наверное, вот так вот сделаю. Блин, тут карта реально большая, она пол экрана занимает, но тут, по идее, больше никого нет, поэтому мы можем... Немножечко поноситься, пожалуй. Выйти... Да хорош. Выйти мы можем, да, вот здесь. Мы сейчас оказываемся в зале с тремя колоннами. Тут у нас выход на улицу. Этот выход на улицу... пам-пам-пам. Мы сейчас вот здесь. Минуточка, а улица у нас... Не отображается, типа? Говорят, если я пойду сюда, то я выйду к... К. Ага. Вот этот уличный кусок. Тут у нас дверь... А-а-а. Тут вот он. Это выход из уровня, но... Блин. Так, вроде как мне сказали, что... А, ну вот рычаг на стене, блин, я слепошара. Вот рычаг на стене. Хорошо, это у нас, получается, вторая механическая дверь. Она у нас открылась, все нормально. Я этот рычаг почему-то впритык, в утык не увидел. Тут у нас большая уличная зона.
И здесь же у нас будет сейчас выход в канализацию, да? Да, вот он здесь, спуск вниз. Тут выход сюда, тут выход сюда. Окей, туда дальше в санаторий мы там были. Поэтому валим обратно. Валим обратно по улице. Мы окажемся в... в еще таком длинном уличном пространстве, которое... Ага. То есть, по идее, если сейчас пойти сюда, мы идем сюда вот наверх. Это тоже будет у нас обход по улице. А в эту сторону у нас никакого входа не будет? Чисто теоретически. Нет, не будет. Это мы сейчас по улице бежим. Вот здесь, вот у нас там парковая зона, вот, вот это весь тот крюк, который я накинул по улице, бегая по улице, вот в эту часть я не забежал, я пробежал тогда вот эту дверь, где она тут была, вот здесь, и сразу забежал в санаторий, это вот ту серию, когда я по улице гасал. Хорошо, это у нас ведет в ход и сюда. Нам бы в центральную часть сходить и сюда сходить, давайте, может быть, мы через улицу зайдем в центральную часть. На самом деле, как вы видите, геймплей очень сильно отличается от без карты и с картой, потому что с карты ты сразу начинаешь, пойдем сюда, пойдем туда, а где я сейчас нахожусь, а куда я сейчас приду, а где, а что, а почему. И вот это вот, я не знаю, насколько это портит или не портит геймплей, но, как по мне, это вещь очень нужная. Так, это мы можем пройти вот здесь, я так понимаю, да? North. Давайте выровняем на север. Двудорожье какое-то. Стоп. Это где я сейчас прошел? Зал с двумя колоннами, да. Мы сейчас здесь. Хорошо. Зал с двумя колоннами. Кстати, такая лавочка металлическая. Вот, это, по-моему, уже, ну, так будем говорить, богатое отделение. Блин, я закрыл карту, а без карты чувствую себя неуютно. Тут у нас более-менее симметрия, да? Мы вот сейчас вот здесь находимся. Тут есть такой коридорчик, тут есть коридорчик, тут три комнатки, тут еще что-то. Так, идем осторожно. Эта часть может быть все еще обитаемой. Тут у нас проход в эту комнату. Эта комната должна быть изолирована. Да, отлично. Но тут есть что почитать, есть что посмотреть. Это просто суперски. Тут такое ощущение, что какие-то то ли писари сидели, то ли еще что-то. Хотя дофига макияжа. Стоп! Дофига макияжа, место для переодевания. Это была какая-то женская часть. Чего? Это были женщины, которые здесь лечились, восстанавливались, отдыхали? Или это были женщины, которые предоставляли услуги для тех, кто здесь лечится, восстанавливается и отдыхает? Вот это интересная вещь. Так, вдыхая в унисон, идем рука об руку, я и ты, и взгляды наши устремлены к бескрайним землям, где реки блестят под редкими облаками, леса, где шумят от живущих под кронами огромных зверей, там охотиться будем, а там будем делать детей, что заселят новый Эдем. Романтические строки, вот что я вам скажу. Тут гребни, свечки, я думаю, что тут были даже зеркала, но это явно какая-то женская часть, так скажем, этого помещения, этого санатория. Опять же, просто... А, топорик. Боевой. Шляпы, шляпы, вот к чему эти шляпы-то. Шляпы, это вполне может быть женский какой-то головной убор. Тут у нас бархатная туника, опять же, бархат, шелк. Шелковые панталоны, бархатная туника, это нам говорит как раз именно о том, что это все женские принадлежности. А также, как тут все раскидано, разложено, тоже немножечко напоминает
Жилище самых человеческих. Так, хорошо. Здесь. Бутафорский меч. Стоп. А не гримерка ли это случайно? Может быть такое, что это... Что это... Эта часть была... Тут был какой-то маленький театр. И там, допустим, люди на улице собирались, а дамы, так уж скажем, проводили... Шляпа. Тоже женская, кстати. Дамы приводили какие-то представления. Это на самом деле очень интересно, то, что я здесь нашел. Пудреница. Ну, то есть, все это помещение явно было занято женщинами. Для вот... Для переодевания места, место для нанесения грима. Но, то есть, фишка в том, что был это грим или... Это было... В смысле, гримерка для актеров, или же это было просто место, где женщины могли привести себя в порядок. Давайте мы тогда аккуратненько сейчас зайдем за вот это вот местечко. Вот. Эта серия у нас была не столько насыщенная на драки, но она была очень насыщена на информацию. Да и налутали мы неплохо. Поэтому давайте, наверное, мы здесь будем потихонечку заканчивать. И увидимся с вами тогда в следующей серии. Я думаю, что в следующей серии мы как раз уже долутаем этот этаж. Учитывая, что примерно две трети его уже залутаны. И мы потом пойдем еще осмотрим до конца вот эту центральную часть. И сходим еще, наверное, в правую нижнюю часть по карте. Вот, где я еще не был. Я крайне надеюсь, что мы там не столкнемся с синими чуваками. Очень не хотелось бы. Их и так было двое, как по мне, это перебор. Вот. Все, ребятушки, спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. До встречи в следующих сериях. Всем оладушек. Всем покеда.